44-я сессия Народного собрания прошла в Махачкале. На повестке дня был только один вопрос – о рассмотрении закона о поправке Конституции страны, о совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти. Депутаты Народного собрания и представители фракции высказались и в итоге проголосовали за нововведение в основной закон. В сессии принял участие и глава республики Владимир Васильев. Все подробности в материале Умы Ибрагимовой. Предложенные изменения закрепляют некоторые социальные гарантии, защищают суверенитет страны, а также дают возможность действующему президенту участвовать в новых выборах. Эти и многие другие правки обсуждали сегодня представители всех политических фракций на очередной сессии Народного собрания республики. Одним одобрением закона миссия наша с вами не заканчивается. Особо ваше внимание хотим обратить на статью 3 рассматриваемого закона, которая регламентирует саму процедуру вступления в силу закона о поправке Конституции. В ней описан порядок реализации решения президента об обязательности проведения всеобщего голосования и учета мнения граждан Российской Федерации. В стране продлена программа материнского капитала до 2026 года. Ежегодно она будет индексироваться. Также планируется, что минимальный размер оплаты труда должен быть не меньше величины прожиточного минимума. С 1 января вводятся также ежемесячные выплаты и для детей с 3 до 7 лет, а также для семей с низким доходом. На первоначальном этапе сумма будет составлять 5,5 тысяч рублей, а со следующего года она будет удвоена. В республике таких детей 170 тысяч. Учитывая, что в Дагестане традиционно многодетные семьи, такие выплаты позволят существенно повысить благосостояние наших людей. 22 апреля текущего года ожидается общероссийское голосование. День объявлен нерабочим. Председатель Народного собрания республики призвал всех принять участие в голосовании. Хотел бы обратить внимание на необходимость организовать качественную работу по проведению этого важного политического мероприятия. Главная задача – сделать процесс голосования максимально понятным и комфортным, прежде всего для людей. Обсудили депутаты вопрос закрепления статуса русского языка как языка государствообразующего. Кроме того, согласно поправкам, государство защищает культурную самобытность всех народов и этнических общностей России, гарантирует сохранение этнокультурного и языкового многообразия. Умы Ибрагимова, Саид Кутиев, Камила Раджабова, Исуп Газиамаров. Время новостей.